с ним познакомились, он мне говорит, я военный, говорит, ты сможешь вот меня ждать, я буду постоянно там на сутках пропадать, не пропадать, ну вообще как ты готова к такому? Я такая, блядь, читаю это и думаю, господи, малыш, ты, наверное, не в курсе, но ты и не в курсе, что у меня парень бывший суетолог первого уровня, не второе, не третье, первого. Его вечно искало ФСБ, ну типа, понимаете, он его никто не искал, его никто не знал, блядь, он, ну такой, знаете, интересный мужчинка. 10 подписчиков в Инстаграме, если на него кто-нибудь подпишется из фейков, он сразу, знаете, что говорил? Все, ФСБ меня нашло. Менты, фу, в натуре дичи ищут меня. Все, 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 пока, всем пока. Либо мы можем с ним ехать, и два поворота за нами машина какая-нибудь повернет, он... Вот и все. Прощай, город, прощайте, братья. Прощай, моя любовь, Олесенька. Я буду по тебе скучать. Люблю, скучаю, обнимаю. Все, давай, связь, понимаете? Все, он уже построил планы, что он уже сидит где-то, понимаете? Просто машина два раза нам повернула. Все, он думает, что это ФСБ, что его ищут. Его никто не искал, его никто не знал, понимаете? Он был просто, ну, дебилом. Вот и все.